Рыбакит, папа рисует. Привет, друзья! Меня зовут Ваня, и вы на канале Рыбакит, а с нами рисует кто? Кто-то! Умный Павлик, самый главный парень, который рисует с нами часто. И сейчас мы рисуем и в Инстаграм тоже в прямом эфире. Так что приходите, рисуйте с нами. Наверное, Рома или Катя чаще. Наверное. Сейчас мы, ребят, с вами будем рисовать Эндер-дракона. Многие мне писали. Хотели, чтобы мы рисовали Эндера дракона, мы рисуем вот такими мелками. Рисуйте с нами масляными мелками тоже. Кто поймет, может быть. Хватай фломастер. И рисуем дракона огромного. Мой дракон будет смотреть на тебя. А Эндер — это конец. Давай. Начинаем рисовать дракон. Смотри, с чего начинаем. Вот такое тело. Похоже на большую картошку. Так. А теперь вот такой... Кстати, мне сейчас захотелось поиграть в горячую картошку. Вот такое у него... Что это? Шея, да? А здесь у него хвост. Хвост идет вот сюда. Вот так. Легко это нарисовать. Павлик рисует с нами, так что, ребят, вы сможете все повторить за Павликом. И у вас получится так же, и все будет здорово. Так, ну ты неправильно рисуешь. Смотри. Ну, мы наоборот его развернули просто зеркально. И теперь... еще там голова смотрит вниз. Ну, у меня она вверх смотрит. Он пытается тебя понюхать. Он похож на динозавра немножко, правильно? Это есть динозавр. А я думал, это дракон. Дракон. Динозавр. Дракон-динозавр? Дракон – это динозавр. Дракон – это динозавр? Ну, может быть. А мне показалось, что это маленький, добренький Этер-дракон. А что он делает? Он побеждает вас, или вы его в Инстаграме. Ладно. Крылья, самое главное, у него крылья, да, он же летает. Нам нужно рисовать два. Ты что такого колючего рисуешь, дракон? Он же не такой. У него такие вот квадратики сверху мы рисовать будем. Вот такие квадратики. Ну ладно, тоже прикольно такой. Давай теперь крылья рисовать. Смотри, как я рисую крылья. Крылья рисую вот так. Одно крыло вот так идет, Павлик, повторяй за мной. И вот так. А второе идет вот сюда, вот так. И сюда. Вот так получается. Это самое главное. Теперь перепонки рисуем. И еще перепонку. Вот. И здесь тоже по перепонке. Так. И соединяем это все вот так вот. Я думаю, вот тут перепоночку можешь сделать. И соединить между собой. Их будем черным раскрашивать. Вот такой он дракон. Он вообще злой, добрый, он как? Злой. Злой? Кусает вас там в Майнкрафте. Павлик, в Майнкрафте, если Майнкрафта. Сломайте, ну, не сломайте это. Становите моды. Можно его сделать добрым. Добрым, как я, да? Я же добрый. Раскрашиваем масляной пастелью, потому что это самый лучший материал для рисования для детей, да, Павлик? Мы всегда рисуем только масляными пастелями, ну и карандашами, конечно, тоже. Раскрасить его черным надо, точно? Или можно раскрасить как-то по-другому, Павлик, фиолетовым? Нет. Только черным? Только. Только черным. Старайтесь не заходить за края, и у вас все получится. Сейчас я закончу раскрашивать и дам Павлику раскрашивать. А сам тем временем возьму серый мелок и раскрашу остальные. На. А я буду раскрашивать остальные части. Остальные части — это вот крыло сереньким раскрасим и эти точечки. Ты когда-нибудь сам добирался до Эндер дракона? Нет. Еще нет. Павлик пытается в Майнкрафте выживание. Но еще я там это, в процессе. В Майнкрафте все-таки портал Бат, там Эндеркрепость в одном мире нашел. Это. Она прям рядом с порталом. Да ты с Яшей, да, играешь? Да, это там один мир, мы его назвали. Так назвали? Да. Странное имя для мира, но вы там можете выбрать свой мир. Ну это, и короче, я там только сегодня узнал, это где же Майнкрафт находится, на рост нижнем мире, оказывается, он тоже на крепости. Короче, у тебя еще долгая игра впереди, да? Ты да, не так? Очень долгая. Мы там с пигменами поторговали 6 жемчуг, да. Продали кому-то что-то? Да, золото продали пигменам, и они у нас, они нам скинули перлы. Перлы? Которые можно превратить в око-края. Ага, а око-края зачем нужно? Чтобы пройти Майнкрафт. Ну, можно хотя даже Майнкрафт пройти без этого. Без этого? Ну, наверное, потому можно. Потому что просто находишь этот портал. Ну, можно его даже пройти.
рассказать, как... Расскажи, потому что мне интересно. Павлик играет в Майнкрафт, я тоже играю, но я могу нравится строить. Можно прийти, строить, не ставя блоки. Майнкрафт можно пройти, не ставя блоки? Да, это правда. Это ужас какой-то. А ты кроме Майнкрафта чем-то занимаешься? Да. Чем? Майнкрафтом. Ну, Павлик на самом деле любит читать, он очень редко читает. Любит рисовать, очень редко рисует, да? Чем он еще занимается? Майнкрафт. Ну, ты раскрашиваешь хорошо вот здесь, потому что ребята смотрят наш канал, и они повторяют все за тобой. Так что старайся раскрасить ровно. За тобой повторяю. Ну, и за мной тоже, так что, ребят, рисуйте с нами. А что нам пишут в Инстаграм? Пока ничего. Я Лиза, мне 6 лет. Привет, Лиза, рисуй с нами. Сейчас зрителей так много, но, наверное, все поехали на море, а мы рисуем Майнкрафт дракона, эндер дракона, который кусает ваш за живот и щекотает. Ну-ка. Будь культурным, парень. А даже если ты любишь Майнкрафт, это ничего это не значит. Это не единорог, это сердце. Так, ну что, я нарисовал свой Майнкрафт дракона. Давно меня просили, много лет, можно сказать. И никак не доходило время до Майнкрафт дракона, до эндер дракона. Теперь дошел. Хорошо, следующим кого будем рисовать? Павлика. Эндермена. Павлика. Может быть и Павлика. Ну, хорошая идея. Автопортрет. Я буду себя рисовать, ты себя будешь рисовывать, да? Так что прощаемся. Он как раз с камерой. Давай, прощайся, все. Пока-пока, ребята. До новых встреч.